Всем привет! С вами Маша Смолот, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас распаковка ножичков. Я ждала эту посылку очень... Точнее, скорее, я ждала изготовления самих ножичков. Это заняло какое-то время. Но посылка шла из Волгоградской области всего 5 дней. Я заказываю ножики у этого мастера уже не первый раз. Довольно ножами. Сейчас я вам покажу предыдущий. Какой ножик? И вот такой косячок. Вот этот у меня рабочий. Прям я его конкретно так использую. Этот я использую меньше, потому что такого строгания у меня достаточно мало. И для меня жало великовато. Я постоянно боюсь себе отпахать вот эту костяшку. Не знаю, почему у меня такое есть. Великовато у меня. Хотя, с другой стороны, ручка очень удобная. Это дуб, кстати говоря. Хотя, вот это точно дуб, это не помню, если честно. В общем, инструмент приходит уже заточенный, то есть ничего с ним делать не надо. Максимум, что нужно, это перед каждой резьбой я его правлю на пасте Гоя. Вот, но так все отполировано до зеркала, имеет очень такой приличный вид. Вот. В общем, этим мастером я довольна, именно поэтому я заказала еще себе два ножа. Сейчас как раз вот забрала посылочку. Будем скрывать. Ссылочку на инстаграм мастера или на YouTube канал я оставлю под видео, если вдруг кому-то захочется. Все как нельзя кстати, потому что у меня сейчас отпуск, и я занимаюсь резьбой. Наконец-то. Ой. А это что-то, мне кажется, какой-то бонус. Я такого не заказывала. То есть я заказала два ножа, и мне еще в подарок что-то положили. Ага, это заготовочка. То есть она уже подготовлена на посадку в ручку. В то же время он совершенно не заточен. То есть я сама смогу. Спасибо мастеру. Это прям так приятная неожиданность. Так. Упаковка прям захочешь, не распакуешь. Это долгожданный топорик, очень тоненький, как раз для геометрической резьбы. Такой топорик идеально ровный, прям выведено в зеркало все. Идеально ровная кромка. Ничего нигде не засвечено. Качество вот прям, я не знаю, может ли быть лучше. Сразу видно, что сделано не тяп-ляп, а конкретно так человек постарался. Вот. Так, давайте второе сразу откроем, и я расскажу потом о дереве. Чем-то он похож на богородский нож. Я когда увидела эту форму, я прям поняла, что это то, что мне нужно. Во-первых, ручка, рукоять идеально подходит под мою кисть. Вот прям идеально. Лучше нельзя придумать. То есть у меня не такая большая кисть, и пальцы не мешают. То есть мне ногти не впиваются в рукоятку. То есть вот в это. Как раз для резьбы миниатюр. Так, значит, по металлу. Это сталь 9HF. Ручка сделана из каргача. Посмотреть, насколько все идеально отшлифовано. Прям очень приятно держать. Очень красивая текстура. В общем, я же девочкам, я за красоту.
в первую очередь. Вот, ну сейчас, конечно, попробуем. Значит, для примера я возьму вот такую дощечку. Это вяз. Очень твердое, твердое дерево. Понятно, что на липе он режет идеально. Даже можно не проверять. А вот проверим-ка его на вязи. Вот возьмем один треугольничек. Это фантастика, ребята. Просто как по маслу. Я практически не прикладываю усилий. Очень тоненько режет. Не рвет древесину. И прекрасно потом еще можно очень аккуратно подрезать. Мне кажется, я даже закончу эту дощечку с этим ножом, потому что вот эта резьба мне не понравилась, как она ходит, а как она выходит, но предыдущими ножами, которые у меня были. А вот это говорит о многом. Я, пожалуй, даже закончу красивую доску. То я думала, уже все на списании. Ай-яй-яй, какая красота! Я очень довольна. Давайте еще один вырежем. Смотрите, насколько чистая резьба. Очень чистый срез. Я прям несказанно довольна. А теперь попробуем вот этот. Ну, здесь тоже все в порядке. Очень острый. Рукоятка удобная. Срез чистый, никаких заусенец, канавок, ничего. Идеально заточен. Вот такой вот небольшой обзор ножичков. Посмотрите, какая красота. Ножички не такие вот дорогие. В районе 600 рублей. Я считаю, за такое качество это совсем немного. Ну вот, пожалуй, все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите следующих видео. И до новых встреч. Пока!